Итак, распакивка из магазина «Россман». Короче, две туалетных бумаги. Мне многие писали, что нету туалетной бумаги по 7 евро. Вот она, большая упаковка, 7 евро стоит. Так, ну вот это средство «Еврик», это средство «Еврик», это для посуды, это для унитаза, спонжики. Вот, хотел вам показать. Вот этот вот «Лореаль» сыворотка Кристина купила, очень хорошая, говорят. Мы еще ей не пользовались, но хотим попробовать. 20 евро стоит. И вот этот крем, он 10 евро стоит. Если их брать два вместе, то 40% скидка сейчас в «Россмане». Ну, «Дезик», она говорит, очень хороший, рекомендует. Вот эту зубную пасту мы решили попробовать, стали жертвой ТикТока. Сказали, что она классно отбеливает, через месяц увидите результат. Ну, там 3 лезвия, вернее, 4 лезвия с 3 лезвиями или наоборот. Короче, шампунь «Лореаль», Кристинку сегодня на «Лореаль» потянула, это «Лореаль», шампунь, ну, для туалета, короче, эти вонючки, пена для бритья. Что я вам хотел сказать, это все нам обошлось в 64 евро, но если у вас есть приложение «Россман», то мы заплатили 51 евро, 10% скидка, и плюс за вот это мы минус 7 евро заплатили. Так что, ребята, пользуйтесь приложением «Россман», как-то так, но никак иначе.